колонном зале Дома Союзов заместитель председателя Совета Министров СССР Владимир Алексеевич Кирилин вручил представителям коллективов трудящихся столицы переходящее красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, которым Москва награждена за высокие результаты во всесоюзном социалистическом соревновании в 1978 году. Член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь МГК КПСС Виктор Васильевич Гришин, выразив от имени всех трудящихся столицы глубокую благодарность за высокую награду, заверил, что трудящиеся Москвы внесут достойный вклад в дальнейшее социально-экономическое развитие страны. Представители трудовых коллективов столицы отмечали, что москвичи в ответ на высокую оценку их труда еще шире развернут борьбу за выполнение и перевыполнение плана нынешнего года и пятилетки в целом. Участники собрания приняли приветственное письмо Центральному комитету КПСС, Совету министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.